Приветствую всех подписчиков гостевого канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня букс BTC AD Spice, где нам абсолютно без вложений на просмотр сайтов дают зарабатывать биткоин Сатоша. Ну, здесь посмотрите, кого заинтересует. Регистрация наипростейшая. Логин, email, биткоин, адрес, пароль, повтор пароля, капча, кликаем зарегистрироваться, после чего попадаем в кабинет. В данный момент на балансе у меня 12 биткоин сатошиков, а минималка на вывод здесь от 8 биткоин сатош. Здесь у нас идет статистика, баланс вывода. Так, пуш-баланс нам не надо, это коин. Тоже, я думаю, нам и не надо. Значит, опускаемся ниже. Вот здесь, где у нас реферальная статистика, кликаем, находится реферальная ссылочка. Кому надо, копируйте и приглашайте партнеров. Так, теперь по выводу. Кстати, да, вот у меня есть уже, естественно, минималка. Адрес уже стоит по умолчанию, так как я указывала при регистрации MinaFaucet Pay. Давайте пройдемся по вкладочкам. Значит, это домашняя страничка. Серф. Это у нас серфинг. Значит, 6 биткоин сатош. А минималка на 8. Значит, смотрите. 6, 7, 8, 9, 10 биткоин сатошков уже есть, как бы, минималка. Я думаю, это для букса неплохо, и как бы минималка не заушена. Давайте просмотрим одну рекламку. Кликаем вот на эту вкладочку, кликаем open. Я сразу возвращаюсь, идет таймер. И капча видим. Submit. Вкладочку закрыли. Сейчас страничка обновилась. Еще одна. Все это делается быстро. Я возвращаюсь. Таймер. Сейчас я хочу поставить все в режиме онлайн на вывод. Страничка обновляется. Ну, давайте тогда просмотрим. Open. Я возвращаюсь. Поставлю на паузу. Просмотрю, ребятки, всю рекламу. Там 30 секунд, чтобы видео не затягивать. И после уже продолжу. Я просмотрела всю рекламку. И как бы вот здесь уже пусто. Следующий экран. Ну, на экране здесь вот эти поинты они. А поинты они нам и не надо. Значит, что у нас? Давайте разгадаем капчу. Вот. И вот так. Видим уже здесь все. Claim reward. Вот один коин. Тут обмен идет там 100 коинов, как бы, да? Я так понимаю, на биткоин сатоши. Далее идет короткие ссылки. Я их терпеть не могу, но здесь сразу по 50 коинов видим, да? Это уже на любителя. А фервал мне здесь тоже недоступно. Это инфо. Это пойдут у нас задания. Это идет у нас... Как я уже сказала, мне недоступно. Ну, это как бы панель для рекламодателей, но аккаунт здесь такого нет. Давайте вернемся на домашнюю страничку и проверим на вывод. У меня стало 22 биткоин сатохи. Я считаю, это неплохо. И вот здесь депозит, вкладочка нам не надо. Вывод. Кликаем. Faucet Pay. Submit. Все, payment. Ля-ля-ля, тополя. Должен. Что должен? О, 22 биткоин сатоши.
Это комплект, наверное, да? Перевод подтвержденный. Переводим. Так, идем куда мы идем? На кошелек. Надо перезагрузить страничку. Обновляется. Давайте обождем секунду. И BTC AD Spice. 22 биткоин Сатоши. 15 августа. Я считаю неплохо. Ну вот и все. Кому интересно, заходите, работайте, зарабатывайте. Неинтересно, пройдите мимо. Всем удачи, всем пока.